хотите, чтобы вы обвинили и приговорили меня к высшей мере. Но не забывайте, что вы сами себя приговорили. А то, что было с моей стороны покушение на жизнь дружинника, это ложь. И к поджогам автомашин, к нападению на милиционера не имею никакого отношения. Никакие обвинения не желаю на себя брать. Да, я был на площади, но я не совершал никакого преступления. Просто хотели высказать свое отношение к имперским амбициям ЦК Компартии, что с ее решением не согласен. Но я верю, что через 10-20 лет нас оправдают. Алын бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген. Қазағым, елім, қайқайып белін сынуға тұрып таянып, талауда малын, қамауда жанын, аш көзін қоянып, қанған жоқ бәл ұйқым, ұйықтайтын бар ес ұйқым. Жүрдім, қалай жүрдім жолыма.